Всем здравствуйте. Занимаюсь сегодня диагностикой, настройкой, перепрошивкой Trimble 250. Вот, ну, проверка кабелей, антенн. Вот. Приборы поступили вот с таким кабелем питания. Ну, понятно, здесь штекер фирменный. Давайте. Вот, ну а здесь вот такие вот клеммы, еще грязные в смазке. Не стала заморачиваться. У меня есть дежурный штекер-прикуриватель. Есть пины. Вот я пины вставил. Вот вопрос по распиновке может возникнуть у кого-то, да, если, допустим, штатный кабель потерялся, порвался, сломался. Вот. Так, сейчас резкость наведу. О. Вот, вот он, первый кабель, получай, ой, первый пин у нас плюс, 12-й минус. И все. Даже если вы перепутаете, ничего страшного. Прибор все это переживет, просто переставите, и все заработает. Вот. Ну, в любом случае, будут вопросы, задавайте в комментариях. Буду рад помочь, проконсультировать. Все. Всем всего доброго.